Это щит, и мы максимально должны отлетать от этой молнии. Ну, сейчас, во-первых, была проблема в том, что люди стояли все порознь. Вообще ни в метке, ни в какой. Типа, и этот статический выброс кидался на разные места. Да. Ну, он видно. Может быть, я не уничтожу вас за вашу наглость. Не, Войд, проблема сейчас была в том, что она кидается на одного определенного человека. Просто люди стоят вот, один в трусах, другой, например, вот, где крестик, да, или вот. И он кидается... Поэтому просто статический выброс кидается наперед, и все люди через него перелетают и умирают. Вот, и все. Кому неудобно, поменяйте пятерку себе там на тройку. Тройка все равно там хил. Поменяйте, просто зайдите сейчас в настройки, и три поменяйте на пять, и все. Просто в скиллах потом своих не заблудитесь. У меня стаки на кухоне, разряд на яшке и щит на тройке. Отлично. Вот это настоящий настрой. СС, ты дал кому-то СС? Настоящий настрой. Ну, давай тебе дам. На повердру. Дал. А, у нас два, это я понял, ладно, хорошо. И я ему дал. Второй надо было. Второй надо было на. Все, поехали. Да ладно уже. А зачем тебе за этот скилл нужен вообще? Реги, как бы он стоит реги. Но... Так я заплачу за него. За это реги. Звезда в три струса. Ну, он в трусах, в зеленой метке. Парни, не убивайте ее, пожалуйста, сразу. Блять. Это агро сорвал. В трусах, да, убейте. Да. Да у нас вар, он стоит там под боссом. Даже не заходит. Искра. Искра, искра, искра. Ну это не искра. Не вижу. С печеньки. Печенька, печенька, печенька. Он не бьет хвостом. Сразу не убивайте, пожалуйста, не убивайте сразу. Ждите. Все, можно, можно, можно. В этот раз больше на дамажке. Не вижу нитмозга. Нитмозга куда-то улетел. Вот поэтому он и шотает людей, потому что он жрает ее как раз при полете. У тебя в спине искра. Звезда. Давайте. Все, можно бить. Да, не надо.
Ну, типа, вот, я тебе предлагал вот именно на вот этот момент отдавать БЛ. Потому что босс сейчас будет взлетать, это еще он нихуя ничего не будет делать, и РДДшники могут спокойно его бить. И типа мы можем снести ему до 40%, может и больше. Второй, на третьем потом будет дыхание. Только не спешите сразу перебегать. Перебегайте быстрее. Все, прохилило. Это чего? По-моему, второй купол. Вот после второго будет третий, не спешите выбегать, там будет задержка большая. Ба! Это я отдавал, я же Лока рассел. Нет, я после дыхания. Все, последний моб остался. Давай, все. Типа. Да. Нет. Давайте уже целка, пожалуйста. Зачем тебе целка? Ну, оно неинтересное. Его все знают. Все в кружок. Кинул. Да, кинул. Вот кинул. На меня смотрит, прожимайтесь. Кинул. Парни. Влево. Ну вот, видишь, как кинул он сейчас. Парни, которые левее человек. Вылетают. Сделали подставу. Да.
вы... Ребят, те, которые влево постоянно двигаются, вы просто байтите других, чтобы за вами летели. И все. Не, я сдох. Вы поняли, что луч не ауешит. Просто стойте все вместе и все. Залетите в друг друга. Вылетаем только, когда это большая молния, и все. И обратно в друг друга. Не надо вылетать левее. Вы байтите, и мы разлетаемся постоянно. Стойте, он... Убирай с меня метку, Войд. Стойте все в Войде, да и все. Пусть все в печенье стоят. Да нет, там еще один живой. А что ты сделаешь? Можно, шестерка, это шесть. Шестерка это ускорение. Бывает. Если хотя бы человек 5-6, ну ладно, 5,5 людей будет держать стаки, мы его спокойно убьем. Если у кого есть голосовая связь, кольте, говорите, на мне. И все. И все, значит, все остальные, значит, кто сказали не нам, ну, все будут знать, что можно разряжать стаки свои. Вы увидели это? Малиха смотрит на вас. На мне. Сказали в Дискорд. И все, этого будет достаточно, чтобы остальные скинули все свои стаки. Потому что, ну, хилам, мы на хилах ждем. Мы не можем скинуть стаки, мы ждем. Вместо того, чтобы хилить. Там тройка можно хилить себя. Mm-hmm. Да просто, если у них таргет будет на боссе, они все равно в априори будут хилить себя. Ну да, это фокус наш. Боевых. Соберитесь все в центре, я буду хилить проще. Искра. Искра в трусах. Трусы. Не подводи пока, мисс, подожди. Помогите РДД. Искру убить. Надо. Все. Печень. Печенька. Там вторая же будет искра в печенье. Твоя искра прям за спиной. Уведи в ромбик туда. Ай, надо, блядь. В какой метке была искра у нас? А, вот все, в крестике вижу. Звезда. Я
Не знаю, мне нравится тактика. Не, просто была Ера. Бля, больше сдастся. Ну ладно. Даже два, наверное. Да, два. Нет, я второй сел, все нормально. Просто мы их одновременно убили. Псову превратись, тоже дамажь. А чё вы там, ребят, до сих пор? А, я понял, повезло. Повезло. У меня блинк есть вообще-то. У меня тоже. Приготовьтесь. Еще один моб. Ну вот, играл бы ты на актуале, тебя бы из-за хила бы заставили дамажить. Слава какой-то перевозбужденный сегодня. Слава заебался уже. Все, все, все в славу вошли. Кружок, зайдите, пожалуйста, вы подставляете рейд потом. Где? Не, на мне, на хиле, на хиле. Ребята, зайдите в круг, что непонятно? И... Полетел. Полетели. Да, 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 да. На мне. Разряжайтесь, там кто-то сказал на мне. Полетело. Сдвигайтесь. На мне, на хиле, на хиле, на хиле, на хиле, разряжайте. Я захилюсь, я захилюсь. Полетело. Полетели. Я сейчас, я захилюсь, я захилюсь, хиль тебе вереет, я захилюсь. На мне. Прилетел, молния, прилетел. На хиле, на хиле, на хиле, на хиле, на хиле, на мне, на мне, на мне, на мне. Не, опять на хиле. Ух ты, душный какой, Ась, я ж прожал. Полетело. Я прожал.
Я. А хотя нет. Хиль. Не надо никуда улетать. Не прожался. Молния, молния, молния у вас, молния у вас. Я хилю. На мне, пачек. Блядь! Не понял. Бывает. Мне. У кого 20 стаков? Полетело. Тихо, тихо. У меня. Хорошо. Видите, нормально, нормально, он хилится, нормально, живите. Я хилю, хилю, хилю. Молния, 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 молния. Бля. 100%. Я лежу, я в крупе. Я в крупе, я буду говорить, когда молния. На мне. Тёма, живи, Тёма, живи. Я скажу, когда молния. Бейте, 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 бейте. Живи! 7%, парни. 25 стаков поебало, ебать. Да, молния, 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 молния. Кто там, кто-то вообще на босса полетел вообще. Давайте, 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 давайте. На мне. Не. А чё он через щит убивает? 80. А потому что там урон идет. Вот меня через щит он убил. Сейчас... Там щит защищает 80%. Да, но почему 18к прилетело? 18к прилетело. 10 секунд. Пробуйте. Пробуйте. Да не, меня точно так же убил. Я был почти... У меня было пол столба в Сайберса. Сука, блядь. Давайте пытаемся. Аня, уже все. Вот вы говорите в куче, блядь. В куче я только получаю от вас дамаг. Я один летаю, вообще ничего совет, не да? получаю. Я не знаю, зачем вам эту кучу? Вы флудите вот. Только свою кучу этой. Давай начнем с того, как что когда дома. Ты стоишь не в куче, ты не на тебя может кинуться эта молния, раз, тебя не хилят, два, когда на тебя кидается молния, и рейд будет лететь в левую сторону, мы будем перелетать через эту молнию, и мы после все сдохнем. Войд, совет дать. Летите в молнию. Вы не видите? У вас проблема в том, что у вас нормально настакивает урон всего два человека. Не стакайте по 5. Три стака разрядились. Три стака разрядились. А... Да. Да. Это раз. Во-вторых, момент с щитом, как когда взгляд на опустился, дали 2 единички в него, прожали щит. У вас есть запас времени сдать 2 комбо-поинта и после этого сдать щит. Я сейчас хилбот включу себе, чтобы если что хилить. О, слышишь? Доза в Сыны Анархии пошел. Конецей. Да, я хилбот включил. У меня стрел на один трай. Больше нет. Да, блядь, ну, как бы у меня полная сумка их была, вот целый день куда-то ходим. Ну,
Конечно, просто предупреждаю. Бля. Давайте так, я похилю, а хилы пусть подамажит какой-то один из. Мне лучше хилить. Удобнее будет. Я знаю. Кошмар. Так, где там? Может, Адьер ближе к второй фазе? Там где-то 60%. Ну, когда сверху. Да, прям под этим. Ну, просто больше снесём. Его крик. А я не летаю никогда. А я забываю поставить. В трусах. В трусах, да. Не вижу. Печеньки, печеньки, печенька. Нет, да, 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 печенье. Помогите печи убить. Блин, опять не успел. Да нет. Искра в сторону. Где искра? Звезде. Надо убивать искру, парни. Все, можно Геру давать. Пропала искра. Она есть, есть, есть. Нет, нету, баф не висит на тебе, баф на тебе. Всяко там на экзекут фазы уже. Плевок. Все осколки потрачены. Бейте, 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 бейте. Бейте, Гера, еще 13 секунд, бейте. Все запомнили, что Влад сказал. Три стака накидали, три стака разрядились, три стака разрядились. Дайте гим на ману и тотем на ману. Рейд без маны стоит. Да. Блядь. Дамбер, дамбер. Давай сразу же.
Вот, плотненько, да, парни? Да тут потеет только слава. Кто потань? Ну, сходили на кстати. Готовились, прохиливаем. Стоим, стоим до талого. Один остался. Он уменьшает дэмэдж. Он та же эти. Уменьшает дэмэдж. Да. Купол уменьшает дэмэдж. Пистака двойку разрядили. Пистака двойку разрядили. Не хилить или дэмэджить? Я пока не могу прочитать это заклинание. Это заклинание еще не готово. На мне. Надо подождать. Я пока не могу прочитать это заклинание. Сдвигайтесь. Молния, молния, молния. А, получили дэмэджи. На мне. Да, блядь, почему стаки сбросились? Молния, 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 молния. Да нет, мне был там стак, он сбросился. Да я хилю. Блять, молния. Я пока не могу прочитать это заклинание. От молнии. Вот именно что нет. Мне как-то это не отображается вот вообще. Так колят. Колят постоянно. Там ничего не отображается. Там можно... Я даже прожектайл не вижу. Ну а ты поставил? Ну ту дичь, которая летит. Колят, колят, когда молния. Плотность частиц поставь и видимость включи полностью. Поставил. Меня, нет, возможно, знаю, типа Warcraft прям... именно эти не прогрузил частицы. Там просто прям из пасти босса летит такая молния, комок такой, на искру похож. Он когда летает до нас, через секунды три, потом только взрывается, типа, на монстру. А он его не анонсит. Можешь, конечно, поискать вашку какую-нибудь. На... Да говорят же, когда отлетать.
Я дам... Я не услышал просто, чтобы мне хилить или дамажить. В итоге креветочка дамажил. Сдох как, потому что меня из Малиуса стак снялся почему-то. Она летит. Давайте про себя просто. Раз, одну кинул, два кинул, три кинул. Давайте, я ласт. Креветка. Ну это ту трои ласт и все. Семь стаков. А сейчас убьем. Да ща тебе там пух упадет с него, Хант. Хотя? Мне так оно нет. Не с него, но хорош. А что тебе здесь надо вообще? Мне ничего не надо. Ну тут вот древковая есть, вот прям вот такая вкусная вещь. Ачивку. Ачивку, что я его убил. Я бы просто получил меч и все. А можно мне черный лед, пожалуйста? Если всем похуй. На трансмонг. Нет. На Трамп... почему? Я заберу. Я не говорю, что мне все равно. Я не говорил, что мне все равно. А, я смотрел. Я бы палку себе на хила отсюда забрал. Смотрите там. Да. Бегин, блядь. Ник входит. Сделал такие. Сука. Не похуй, просто главное убей, типа. Ой, блядь. Не по голосу. Идемте с Артариона плюс два закроем лучше. Да, искра в трусах. Трусы. Бля, портал. Боня может просто 1-5 их, и все. Слышь? Слышу. Убиваем, убиваем. Не стесняемся. Нормально. У нас пока с РДД добегут. Они же изначально там не стояли. Блять. Я хоть и на дракончиках слакаю, но ДПС я даю хорош. В печеньке. Да. РДД, побежали в печеньку. Надо уже убивать. Все, надо было убивать еще час назад, ребят. Зато мы Накс на фул закрыли. Считай за сколько, за 3 часа. Есть, в звезде он еще съест. Он еще съест, в звезде быстрее все съел. Не съел? Нет.
Подводи быстрее. Стан дайте. Сел. А, нет. Нет. Но она исчезла. Искра. Да. Искра у него... В ромб. Ромб летит. Вот, сейчас мужика забудет Белл сдать. Будет. У него, у тебя за спиной страх. Да все, он уже не успеет долететь. На тебе всю хуйню, только хуярь, блять, убей этого босса. Шотни. Убей его, пожалуйста, нам. Ходит такой слух. Да, тишо, тишо. Дамажит. Нет, 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 вот прилетает. Да, перебежи. Быстро, 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 быстро. Почему мы стоим в куполе? Потому что вот мобы кастуют эту хуйню какую-то. Он прилетает у нас постоянно. Она тоже наносит дэмэдж. Надо перебегать. Я мог шмотку поменять. Че, у нас слишком много хита. Перебегайте. Угу, да-да-да. Похитите меня здесь, я здесь постою. Дыхание, стойте, 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 стойте. Да. Смотри, как она душит, бегает. Душа. Да. Блять, если сейчас не убьем, то вот тучка летит. Ярость дискорде. Все, креветочка на хиле. Давайте в три хила пробую, давайте. Вот, стой. В славу зашли. Полетело. На мне, на хиле. Я пока не могу прочитать это заклинание. Это заклинание еще не готово. Да. Я умер, походу. Живи. Захилься тройкой. Ой. Мы здесь стоим. Надо подождать. Вылетайте вверх.
Молния, молния. Молния. Тройкой подхилитесь, у кого там мало хп, ребят. Молния, молния, молния. На хиле, на хиле, на хиле. Молния. Конь, бля. Ты снизу можешь колить, когда у нас молния. Там ее хорошо видно. Молния, 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 молния. Вместе держимся, ребят. Вместе, вместе, вместе. Главное, щит не слакайте. Мы хорошо идем. Главное, щит не слакайте. Минута до берсы. Молния, 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 молния. Парни, больше стаков на нем. Три разрядились, три разрядились. Молния, бля. Блять. Как он так кидает? Не, не успеваем. Пробуйте, пробуйте, пробуйте. Бля, на меня уставился, у меня нету. Ну, может, убьем. Последнюю, последнюю молнию мы заслакали. Не, 7%. Последнюю молнию. Ну вот сейчас, типа, дамажили. Да стаков как-то мало на нем. Стаков мало, там один. Стаков у вас. Три человека. У вас два лока, да, и хант. Или два, или три человека по 18 стаков держали. Остальные там 1-2 стака. Ребят, вы чё, блядь, не можете нахуй прожать 3 единички, блядь, и двоечку, нахуй? Не надо закликивать кнопки, не закликивайте, вы и так будете больше раги терять. Нажали единичку, подождали секунду, нажали единичку, подождали секунду, еще раз единичку, блядь, нажали двоечку, подождали секунду, опять единичка, блядь, ждем секунду, и разрядка только на месте. Что? Ну у меня разрядка на драконе только на месте, когда ты стоишь. Если а разрядка, нажимать, потому что тебя раги разрядку... не хватает. Разрядку делайте на трех стаках. Это раз. Второе. Когда вы сделали разрядку, вы стоите и ждете, когда с вас спадут стаки. Потому что бывает такое, вы можете просто проебать раку. Если вы разрядитесь и сразу же тыкните единичку, тогда вы проебете стак. Вы проебете 10 раги. Проебете свое время. Я вот это имел на виду. Тёма, ты тут? Он вылетел даже из Дискорда, его нет в сети. Зашел с телефона. Скофилд зашел с телефона. Интернет у него потом.
У Скофилда минус нет. Хорошо, у меня много сладкого, а то у меня жопа сгорела уже сам. Я уже сожрал два мороженых, блядь, рулет. Какие-то печенье пакет, блядь. Не могу пригласить. Хоть там сидит Картман какой-то. Да пиздец. Нервы. Всё, я здесь. Блэк. Я просто чуть-чуть не обоссался от смеха. Ну, не знаю. У меня уже без 10-12. Ну, у тебя завтра не работа. Я как понимаю, у тебя график 3:1. А у меня 6:1. Пол седьмого встаю. Ну, по Москве это получается 5:30. У меня разница. Да, я еще могу 1-2 сидеть. Истинный задрот. Да, типа, знаешь, я хочу убить этого босса уже. Хотя бы в десятке. Еще 6 траев и убьем. Да, нам просто... Да, кажись, да. Я тут. Могу ачивку линкануть. Нам просто нужно 4-5 человек, которые могут, типа, стакать. О, Никитос, давай. О, Никитос может стакать. Я с ним вчера был. Ты можешь МК кидать на Никитоса. Он больше меня даст. Боевой крик. Ну вот. На пул, пожалуйста. На танка. Все в печеньке. Нихуя. Заэвейдил. РТД, бегите в печеньку, пожалуйста. Только сразу не убивайте. С поближе подойди. Все, можно. Даже Халеона в гере не боишься? Хорошо, Халеон в гере. Крутишь его просто. Ну да, бывает. Отвези его в ромб. Ваншотнем кого-то сейчас. Сожрало. Да, блядь, кровой босс нахуй. Баф проебали. Звезда в рамбе. Вот сейчас можно, кажется, Белл сдать, не? Ну давай.
прям сильно дамажит. Знаешь, как я раньше говорил, блядь, эти как в последний раз. Больше ДПСа. Больше это ДПСа. Нормально, что лок? Что лок? Лок садится по мане. Не, дай мне. Он при этом двигается, он просто что-то не делает. Ковид? Эту шутку, по-моему, только я оценил. Ну, сразу. Никита, беги. Никита, беги. Стрига. Шо, это Эрдру тут, мама, не тратится вообще. Он там уже тотем отдают на ман. Сейчас просто такой. Хилы. Если нечем заняться, если не хилиться, то дамажим. Хилим. Дамажим. Таня, куб рядом. Все, два моба. Все. 5 минут у нас есть. Ну это... Все, креветочка хилит. Погнали. Все, я тогда дам ДПС на Эрдру. Все, 5 человек дамажит. Вперед. Терялся. Хант, прожимайся. На дерево. Я прожался. Ну вот, прилетел. Да, вот. Готовьте. Да! А чё, все отлетели? Чего отлетели? Шар от... Встали. Блин, стаки проебал. Давай. Отлетай. Молния. Я пока не могу прочитать это заклинание.
Молния. Давайте. Три процента, парни. Ну чё, хейтеры, 23 стака. Обломайтесь. Тяка, ну. Я же говорил, чисто я пришел, сразу все как по маслу пошло. Чисто косячить перестали. Ты не оставил мне выбора. Это шея 213. Ну чё, Шумский, ну, грудись мной. Топ-1 дотаешь, топ-2 дотаешь. Меч кому-то выпал, да? Да меч говно. Хучу. Конечно, надо. У меня 200-я. У меня тоже 200-я, только сетовая. В этом проблема. У меня тоже было сетовая. Была бы голова сетовая. Короче, мне не надо. Пускай вперед Black Dark. Так, ничего я не говорю. Все, мое, отдай. Отдай. Стой. Ну что? А, ну, ух, окояльный. А все, уже все. Трансмут, отдайте кинжал, блядь. Шея. Не выпала шея, типа. Ну так выходит, да. Все это время на 6-м скилле было ускорение, которое не тратит энергию. Да. Я им вообще не пользуюсь. Чтобы тем, кто опоздал, успеть долететь до вас. Да, блин. Я не знаю. У меня на 4-ке оно, как бы. Шумский, ляжа, я не упозорил твое имя. Чем ты пришел и выдал топ ДПС? Все, прекращай, пожалуйста, Боря. Меня не похвалит. Никита, он топ-дэп, ну, в этом, в принципе, я не смеялся. Как бы у него...